Аэропорт Брест – один из пунктов связи между разными уголками мира. Это накладывает на структуру определенную ответственность – не только идти в ногу со временем, но и постоянно развиваться и совершенствоваться. Поэтому появляются новые маршруты, совершаются новые рейсы. Один из них – популярный туристический курорт Хургада, куда летает красавец Боинг. Боинг 737-300. Вот. И он нормально и загружен полностью. На данный момент полностью загружен. Но это касается больше, загрузка идет, это туристические фирмы, и которые работают в этом самом. А мы обслужим рейс. Самолеты из Брестского аэропорта сегодня летают во многие страны мира, среди которых Болгария, Анталия, Турция. С начала года было перевезено через белорусское воздушное пространство более 6500 человек. В будущем эта цифра может возрасти. Аэропорт открывает новые маршруты. Мы думаем, что на следующий год мы спланируем, если получится, если все, мы должны переговоры провести. Это еще на Салоники, Грецию, в этом, и на Москву. Многие маршруты прорабатываются и сегодня. Чем еще приятно порадует аэропорт берестейцев, пока остается загадкой. А что касается Хургады, то ближайший самолет в теплые края полетит уже 25 октября.